Сегодня у нас будет производиться работа по замене поликарбоната вот на такой теплице. По сути, это две арочные теплицы 4 и 6 метров. Вот с таким вот тамбуром. Тамбур чуть больше, где-то 2,5 метра получается, судя по листам. Сейчас будем ее раздевать и заново одевать. Уже в новый качественный поликарбонат. Поликарбонат с теплиц. Теплицам более 10 лет. Вот видна коррозия местами. Небольшая, но есть. Особенно на белом фоне видно. Все, сейчас будем крыть торцы. Зашивать их поликом, подгонять. Покроем торцы, потом накинем покрытие. Демонтаж-монтаж поликарбоната. Теплица обновилась, выглядит очень свежо. Клиент успел ее немножко подкрасить. Пока местами. Пока мы ее раздевали. Правда, и поликарбонат подкрасил. Несколько мест. Но в целом получилось очень даже хорошо. Поликарбонат здесь очень прочный, один из самых лучших, 4 миллиметра, 0,72 плотность. Второе отделение. Все. Теплица обновилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх. Всем пока. Сегодня приехали к клиенту для того, чтобы снять нашу старую теплицу. Арочная, 3х6. Года 4. Уже точно стоит. Все, сняли. Шучу. Сегодня будем покрывать поликарбонатом вот этот вот каркас замечательный, ну, относительно замечательный, 12-метровая теплица. Ее раздели сами. Наша задача сейчас покрыть ее свежим поликом, чем мы сейчас и займемся. Подготовили двери с форточкой, навесили новую фурнитуру. Все, сейчас кроем тоннель. И потом один дорабатывает тоннель, другой кроет двери. Теплица, напоминаю, сегодня ставили новый поликарбонат на каркас теплицы. Арочная 3х12. Вот так вот все у нас это получилось. Достаточно аккуратно. Двери с нахлёстом. Шпингалет поглубже закрывайте. Тут специально вот эта пластина сделана. Угу. Прям на дверь надавили и закрыли. Хорошо. Все, крючок. Форточка. Немножко все ржавенькое. Немножко-немножко. В целом каркас неплохой, даже несмотря на коррозию. Саморезы крутятся тяжело, толщина еще приемлемая металлом. Поставили поликарбонат 4 миллиметра, 0,7 плотность. Единственное, по низу вот здесь вот он ничем не крепится, потому что бетон отливы ставить не стали. Ну, слов клиента, прошлый поликарбонат 10 лет простоял таким образом, ничего страшного. Сказали, что и с этим ничего не случится. Ну да ладно. Вот такая отличная, практически новая теплица. Старый каркас в новой одежке.
Так, с этой теплицей все. Смотрим быстренько. Я уже говорил. Арка 3х6. Полик. 5 лет теплица стоит. Полик еще добрый. Карбоглаз усиленный стоит. Коррозии практически. Вот, винтики почему-то начали ржаветь. А так коррозии не наблюдается. Вот. А вот теперь у меня на этом все. Задавайте вопросы. Ставьте пальцы вверх. Всем пока.